Я тебя перестерил, сказал, у меня какие-то проблемы. Да, не было, ничего, ничего. Иди в жопу, у тебя, говоришь, у меня все нормально, все нормально. Стив собака бегает, смотри, Стив собака, Стив коровок. Я тебе говорю, как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать прятаться друг от друга, потому что я уже хочу как можно быстрее от этого дебила убежать. Что ты там делаешь, а, Жека? Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга прятки. И, собственно, только благодаря вам и только вам мы снимаем эту серию. Поэтому, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с прятками. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Пошел. Куда ты опять? Как он меня уже заколевал, нужно тут таблички поставить. Это мой проход, там твой. Ой, все, иди отсюда, Жека. Все, пошел. Давай, иди в свой проход, давай. Пока. Да, ребята, ну, в принципе, как вы видите, я уже построил мою площадочку для испытаний, где сегодня буду прятаться от Жеки. Я сделал такую мини-деревню с жителями. То есть, как видите, тут есть 4 дома. В этом доме у нас есть спрятанный НПС, то есть, вот он, там валяется. Также у нас тут есть обычные жители, тут еще один спрятанный НПС и сквиды. Ну, а на самом деле, тут будет у нас, смотрите, еще один НПС. Вот я не знаю, где мне лучше спрятаться. Или в стиле вот этого НПСа, да? Или все же спрятаться как сквид. Мне кажется, если я буду сквидом, то Жека меня как-то очень быстро найдет. Потому что я буду прям у него на глазах всю серию. Поэтому я, в принципе, могу спрятаться так, как вот этот житель, да? Нет, житель, пух, так как вот этот НПС где-то, допустим, вот тут. Я тут, наверное, сейчас расчищу и, наверное, действительно вот там спрячусь. Потому что в других местах мне, наверное, нету смысла прятаться. Тут есть курицы, тут есть еще один спрятанный НПС. И, в принципе, больше тут ничего нету на вот этой карте. Поэтому я сейчас, ребята, подумаю, где же мне лучше спрятаться. Так что, ребята, я сейчас подумаю, где мне лучше спрятаться. В воде как сквид или вот внутри этой пшеницы, как вот тот НПС. Сейчас подумаю, но давайте мы сначала пойдем к Жеке, сразу же его найдем, как обычно, и потом отправимся ко мне вот сюда, на мою карту. Поэтому, ребята, потопали. Ну что, Жека, можно идти? Да, можешь идти, собственно, Эдисон, у меня для тебя тут небольшое, как бы, такое сообщение, да, я сделал карту не на самой карте, а немножко в корабле, понимаешь? Это, мне кажется, Жека, так уж и нечестно, что ты вообще наделал, а? Это не по правилам. Ну, блин, Эдисон, извини, я просто не был идти, поэтому иди на корабль, я тебя тоже жду. Ни хрена не построил, да, просто. Ну ладно, ленивая ты жопа, ладно. Так, что тут Стивов много? Ну, ты ни хрена не построил, то все в корабле построил. Ага, значит, ты в корабле, а не на палубе. Я понял твой намек. Нет, я... на палубе, как бы там всякие пираты стоят. Да. Да. Жека, вот. Это ты? А ну погавка. Хав-хав-хав, скажи хав-хав-хав. Не, не похож. Это я. Не похож. Так, похож, отсек. Ой! Ой, Жека, иди ты нафиг, а сколько тут коров? Так, ща я тебя найду. Ты корова? Признавайся. Да, му-му-му-му-му. Не похоже, значит, не корова. Жека, ты палишься очень сильно. Вот было бы вот так нормально. Не. Какая-то слишком возбужденная корова. Не. Так. Му. Так. Му. 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 Я мутанта какого-то нашел, который превращается в корову, который Стив становится, вот сейчас белый снег какой-то. Я говорил, что там какие-то проблемы. Я тебе говорил. Говнюк, Эдисон, ты понимаешь? Я тебя перестерил, сказал, у меня какие-то проблемы. Да не было, ничего. Иди в жопу, у тебя, говоришь, у меня все нормально. Стив собака бегает, смотри, Стив собака. Стив коровок. Ай, Марджика, подожди, я так смеялся, аж башка зачесалась. Эдисон, ты меня обманул. Я тебе говорю, все нормально, Жека, было, когда ты у меня спрашивал. Сейчас я смотрю, ко мне...
Как мне Стив спиной стоит такой, коровой там, потом собакой, потом каким-то белым Стивом. Я такой, ну ладно. Иди ты в жопу, Эдисон. Ой, ну нафиг. И вот это, я вот это все вот строил, чтобы просто вот быть спаренным вот так вот, да? Ну ща, если ты меня быстро найдешь, то я буду прятаться на твоей карте. Пошли, пошли. Только давай мы, наверное, перезайдем в мае, чтобы не было вот такой дичи. Ну что, Жека, будешь искать часто? Не заходи, не заходи, не заходи, пока не заходи, я сказал, закрой двери. Закрой, закрой. Я еще не спрятался. Двери закрыты, как бы. Я еще не спрятался. Я еще не спрятался. Смысле не спрятался, с тобой давай быстрее. Да подожди, ты подожди. Ты на F1, я надеюсь, да? Да, я на F1. Ой, ну капец, просто, я, понимаете, зря просто строил эту карту, я зря построил, потому что у меня залагал скин, какого черта? Да все нормально, хотя бы поржали, давай, Жека, заходи, я там стою, прячусь, ага. Если ты меня сейчас убьешь и найдешь за 5 секунд, я обижусь, честное слово. Да? Это такая, знаешь, деревушка просто, жителями, тут много всяких домов и всего остального, давай, ищи меня, Жека. Так, а в лаву прыгать не надо, да? Да кто его? Может я в лаве? А может, может нет? Нет, явно не в лаве. Нет, не тушись. Так бегай, Жека, давай. Ищи меня, ищи. А где тушиться, Подайте, потушите меня. Давай, ищи, я постою. Ой, сквиды еще. Я постою, пожду тебя. Так что давай. Пождешь, давай, пожди меня. Пожду, постою, давай. Так где ты, говнюк? Давай, ищи, я пока чайчик попью, Жека. Ты давай, там не выпендривайся, чайчик он попьет. Чайчик. А мне чайчика. Вот, вот найдешь, мы тебе сделаем чайчик. Давай, Жека. Так, хорошо, ладно, так в этом домике тебя нет, может быть, ты в этом домике? А может быть, может быть. А там еще... Ломаем всю кар... Жека, так нельзя, ты должен быть в геймоде 2, почему ты ломаешь, я что-то не могу понять. Я в геймоде 2, но я могу это ломать. А ты не можешь это ломать, я это полчаса строил, ломаю, Жека. Всё. Жека, я полчаса так, это строил. Ты мою карту не прошёл. Вот тебе это весь. Ну ты ищи, я постою, Жека. Это типа ты курица, да? Это ты был? Буль, Эдисон. Как дела, Эдисон? Я плыву за тобой, Камадон. Ой, ты нечестно играешь, Жека, ты сломал мою карту. Не. Пока ты меня не убьешь, это не считается. Нет, так нечестно же! Нет. А ну иди сюда, говно! Так, я тебя сейчас убью! Так. Все, это было легко. Нет, это... Во-первых, ребята, он включил геймод 1, это уже не по правилам, он уже проиграл. Ты ко мне пыхнулся два раза, это уже не по правилам. И во вторую очередь, ты сам меня туда выкинул, это во вторую очередь. И еще он ломал мою карту, что в принципе не по правилам. Поэтому Жека в этой серии уже два раза проиграл. Он телепортнулся, он сломал карту. И вообще нечестно, ребята, наверное, я сам буду на этом заканчивать. Я не хочу с тобой разговаривать, уходи отсюда. Ребята, ты не лежал, ты понимаешь, ты стоял. Ну вот мы в расчете, потому что я лежал. Так что, так что, видишь, ты со Стива превращался в свинку, корову, а я стоял. Вот. Все, я пошел прятаться на твоей карте, давай 2 секунды, подожди. Какие прятаться? Я уже с тобой не хочу не играть во что. Уходи. Я обиделся на тебя, Жека. Че играть? Давай, а ну играй. Ну если ты не понимаешь, мы никогда не спрятались, давай нормально. Этот Майнкрафт, это жопа какая, честное слово. Я не знаю, как там записывать этот троллинг прятки, когда ты такая дичь. Офигеть, я лежу, в первую очередь, если бы ты не сломал, ты не должен ломать, Джека, ты это понимаешь, ты не должен ломать мою карту. Не, он ходит, он все сломал, конечно, если ты сломаешь всю пшеницу, увидишь то, что я там, да? Ну ладно. Ну что, Жека, я иду, да? Да, Эдисон, иди. Чё ты ржёшь, а? Где ты там спрятался? Мне нравится твоя карта, я тут спрятался так хорошо, мне кажется, вряд ли тебя тут найдёшь вообще где-либо. Чё? А чьи-то ручки там и торчат? Какие ручки, в смысле?
Иди, оторчат, ты потом посмотришь меня на серии, когда я подхожу к Лаве, там руки и ноги торчат с Лавы. Иди ты в жопу, у меня ни хрена не торчало, придурок. Пошел ты в жопу, ты не понимаешь. Смотрю, руки с Лавы торчат такие. Что происходит вообще? Я вообще был не плеером, я был вилладжером. Да какая разница, если твои руки торчат и ноги, я вижу, как ты плаваешь вверх-вниз, а? В смысле торчат, они не торчат? Потом посмотришь у меня на серии, не торчат. Иди ты в жопу, все, иди прячься на моей карте, проваливай уже. Иду, а иду, все, не бомби, Жека, не бомби. Сейчас Жека разбомбился, я вижу. Да идите в жопу от меня. Все, я пошел. Не подглядывай, Жека. Надеюсь, я не так кончено спрячусь, как ты. Я тебя сейчас найду, я сейчас тебя просто уничтожу, ты меня заколебал. Все построил туда, чтобы я вот так страдал всю серию, да? Я тебе сейчас покажу, я тебе сейчас отвечу. То у него ноги видно, то я это все он, знаете, он держит сервер, он все подстроил, он поставил какие-то плагины, чтобы я не мог... Да, Жека, пускай Жека отмазывается, давайте пожалеем бедного Женечку, то, что у него ноги и руки были видны, и славы. Ну, ладно, Жека, давай поной. Так, по-моему, тут было 3 Стива, а не 4. Вот я что-то расставляю, я дал 3 Стива. Жека, я... Ну, я спрятался на твоей карте, поэтому еще я не знаю, Стив я, не Стив. Давай. Нет! Черт, побрал. Если мне PowerPoint поставить, то я... Только F1 не включай. А я не выключаю. А, то есть не включай, то есть не совпадил, хорошо. Не, выключи. Я в смысле не включай, не переключай. Я не выключал, не включал. Так, хорошо, где же ты можешь быть? Хорошо, посмотрим, поищу. А ты собака, я понял. Ты собака, я собака, ты собака. Да. Ну погавкай, иди сюда. Похоже, очень похоже. Подожди, стоп, это сейчас реально ты лаял? Ну да. Как так? Ты еще на стриме так лав, я думал, что это реально собака. Нет. Че, похоже? Они со собакой, да, я сижу, я не понимаю. Че такое? Мне кажется, Жека меня в этой серии никогда не найдет, если опять что-то не залагает. Надеюсь, что не залагает. Давай. Я понял, он короче спрятался там, где вот. Чего? Это кого я сейчас кинул в воду? Не знаю. Ой, тону, Жека, спаси меня, кинь спасателей круг. Не, стоп, это реально это был не ты? Это я был, да. Ты иди в жопу, я кого-то сейчас кинул, я кого-то кинул. Не, это не я, Жека, это не я. Я бы уже кричал, если бы ты меня скинул. Ой, давай, Жека, ищи. На самом деле сейчас там плаваю где-то, да? Да. Троллю тебя просто, знаешь? Троллю. Бежит за мной. Тупой NPC, пошел вон! Помогите! Так, я сейчас найду. Жека, я тебе напомню, ты сам выбрал эту карту, сам захотел построить на корабле, поэтому давай, ищи меня. Я виноват, что ли, теперь, да? По-твоему? Да. Так, я понял. А, то есть ты где-то там плаваешь, да? Не. Я на корабле, там, где ты все построил. Просто, мне кажется, тебе сложно будет меня найти. Понятно, что сложно. Собака зашла ко мне, ты что, охренела совсем? Давай. Прыгай отсюда вон. Ой. Что происходит? Ой, Джек меня никогда не найдет. Еще одна собака пришла, вы что, охренели совсем уже? Собаки тупые. Ну-ка, это что такое? Давай, Жека, ищи. Ой, в смысле? Ой, побежал, ой, смотрите, побежал. А, ты маник, да, видишь? Не, я видел, как ты пробежал. Я просто даю тебе уже подсказку, потому что ты меня никогда не найдешь, Жека. Я понял, то есть ты где-то... А, ты залез по лестнице! Ах, ты ж говнюк, я вообще это не учел, я на лестнице вообще ничего не... В смысле, какой лестнице, ты дурак? Там же не по правилам, как бы. Там не по правилам, Жека. А по лестнице, то есть, нельзя, да? Да, нельзя. Ну, хорошо, все, молодец. Так и надо. Ну, ладно. Нельзя!
Да не, я внизу. Ты сейчас не точно говоришь? Может быть. Да иди в жопу, я понял, что ты назад лестница. Нет, меня там нету, Жека. Нет, Жека. Я ту лестницу убрал, а вторую забыл. Жека, прыжок веры. Я вот это бой! А, я в овцу превратился, Жека, смотри. Нет, так, да, нет. Жека, так нечестно, так нет. Да, это победа, Shadow. Это не победа, я тебе подался, Жека, так что. Это просто самая сумасшедшая серия. Подожди. Ой, этот байер. Смотрите, опа. Да, вот житель, да. Ой, боже. Я не знаю, как записывать эту рубрику. Это просто пипец. У нас каждая серия получается какая-то дичь. Просто смешно получилось. Я поржала душой, честно. О, ребята, если вам понравилась эта серия, на что мы очень с Жекой надеемся, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас, чем больше... Очень в этом сомневаюсь. Если наберем много лайков, то будем выпускать серии с троллингом как можно чаще. Нет, умрет. Нет, будем. Давай, Жека, тебе слово. Ладно, хорошо, ребят, напишите в комментариях, насколько здесь все капец, что происходит вообще. Вот, напишите ваши эмоции. Да, ребята, и большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова, ребята.